прочитав эту картонку, а особенно если бы вы находились рядом и читали бы ее, слыша, как плачет под этой картонкой малыш, вы бы поняли, что доброта с нашего общества ну просто прет, только не той стороной. У меня нет слов, ребят. Просто нет. Девочки, ну что, опять нашли котенка. Тоже очень полностью слепого, я думаю. Глаз нет. Глаз нет. Слепой, ребята. Сейчас глазки промыла, но гной уже накопился. Ну-ка, стой, малышка. Так, все, ребята, глазки промыли. Вот это один. Там ничего нет. Там ничего нет. И это другой глазик. Тоже ничего нет. Ребенок слепой. Сейчас будем масло жить. Потом будем молочко пить. Ну что, ребят, тетрациклиновая мазь и левомецетиновые капли. Еще тилозин. Катазал. Тема. Это все, что мы кушаем. И молочко. Ну, и даст Бог, ребенку поможем. Да, солнышко? Сейчас все сделаем. Сейчас глазки закапаем. Сейчас. Что, мой золотой? Сейчас будем кушать. Ребята, неудобно и кормить, и снимать. Ну, поэтому покажу пока ребенка. Вот. Но он сейчас выпивает уже 15 таких кубиков. Так что полтора шприца ребенок ест. Ребята, на улице холодно все-таки для такого малыша. Тем более после дождя. А ребенка просто прикрыли картонкой. Ну, я правда не понимаю, какое сердце надо иметь. Просто прикрыть картонкой ребенка. Слепого полностью, у него нет глазок. Слепого полностью, ребята. Прикрыть картонкой и написать «помогите другому», другому человеку, а сам. Да, ребята, вести обработку одному, конечно, очень трудно. Все, глазки замазали, мазь положили. Все, теперь только молочко попьем, и ребенок будет отдыхать дальше. Ты мой хороший. В одни руки, ребята, конечно, не показать всего. Но, мои хорошие, он просто ребенок, и ему нужна помощь. Ну вот мы глазки обработали, таблеточку выпили. Сажаю ребенку в горшочек. Он иногда писает, иногда нет. Ну, по крайней мере, он у меня так сидит минут 5. Потом я перекладываю его в кроватку. И так до следующего раза. Помоги Бог, ребята. Вы представляете, если бы наши дети были в таком состоянии и их бросили? Все, укольчики сделали, накормили, напоили ребят. Но ребенок очень плохой, очень тяжелый. Очень, ребята, жалко ребенка. Вот и все, ребята. Укрылись. Все, окно открыли, чтобы проветрить. И теперь следующие 4 часа ребенок спит. Через 4 часа я приду его еще раз кормить. Еще раз промою глазки и еще раз покормлю. Это все, что мы можем делать, ребята. Пока это все, что в наших силах. А в ваших силах нам помочь. Уткнулся носиком, значит, спит хорошо. Друзья, кто-то бросает. Кто-то, проходя мимо, прикрывает картоночкой, но пишет сообщение «помогите мне котенку» и проходит дальше мимо. А кто-то останавливается и подбирает, и пытается спасти. От всего сердца спасибо!